Всем привет, друзья, с вами ММА, и сегодня мы попробуем пройти хоррор. Кстати, момент такой, что за хоррор особо не шарю, чё какие есть, поэтому Красёл подсказал вот такую игру. Называется 7 сентября. Нифига чудик. Ну и сейчас попробуем мы пройти такую игрулю. Так, получено достижение, здравствуйте. Эльф, тебе придется продолжить мою игру. Поиграй со мной, Гарри. Ну, погнали, поиграем. Звездочку твою заберем. Ты не против? Окей, он что-то поржал, но, видать, анекдот какой-то рассказывал. Правда, мы его не услышали. Ну, я, конечно, не особо любитель хорроров, но если лайкосиков накидаете, то мы можем еще что-нибудь пройти, только вы напишите, что. И желательно бы, чтобы... Скоро пойдет дождь, нужно идти домой. А, нифига тут локация. Такой сентябрь, достижение. Дима, 7 вечера. Окей, 7 сентября, 7 вечера, посмотреть задачи. Нужно идти домой. Ну, желательно, чтобы хоррор был не какой-то длинный, чисто, знаете... А, смотрите, он тебя разворачивает, что ты не туда идешь, окей. Так что, если есть какие-то еще крутые, пишите, обязательно попробую пройти их в своем стиле. Ну, а погодка хуже становится. Но, судя по всему, нам сюда. Судя по кустам. Так, тут кто-то свою точилу оставил, вся ржавая. Окей. А эти с мемов. Здорово. Это, наверное, пасхалки на разработчиков. Сюда нельзя. Там вода, там еще что-то. Аня сказала, что оставила мне сюрприз. Возле двери. Окей, значит, мы идем на тот этаж, где оставлен сюрприз. Хоррор-канал. Рекламка, да? Окей, мы, походу, и не на втором этаже. А вот и подарок. Значит, мы пришли. О, это, наверное, я сюрприз. Наверное. Что ж там за сюрприз такой? Аня плюс Дима. А мы точно ту дверь открыли? Рядом же еще одна была. Ты лучший. Окей, загрузочка. Интересно, что за кролик тут сидит такой? Ужасный. Папа отключает электричество в квартире. Его нужно включить. Включи свет в квартире. Это F буква, да? Окей. Что? Открой коробку с подарком. Ну, давайте-ка откроем. Ух, нифига это, как кукла Чаки чисто. Какая уродливая кукла, где она ее взяла? Окей, у нас задача идти в свою комнату. А где моя комната? Ну, нормально. Разберу рюкзак. Прошло уже 3 недели, как учусь в новую школу. Теперь с Аней в одном классе. Хоть это радует. Распакую рюкзак. О,
Знакомый. Знакомый видосик. Интернет опять лагает. Ну как, не видосик, а вступление. Что там написано? Плохо видно, плохо. Окей, интернет опять лагает. Книжки проверим. Это... Дима, я так рад, что мы с тобой учимся в одной школе и живем рядом. У нас было классное лето, и я так не хотел расставаться. Позвони мне сегодня 22:00. Папа в это время уйдет из дома. Я смогу поговорить. Мама обычно оставляет записки на холодильнике. Надо проверить. Ух, ё-моё. Кто там смеется? Опять свет включен. Во. Дима, мы с папой очень за тебя переживаем. Но пойми, это всего лишь новая школа. Многие через это проходят. Папа просит, чтобы ты нам помог управиться с переездом побыстрее. Давай завтра, когда я приду с работы, поговорим. Хорошо, мам, я помогу вам. Так, чё похавать есть? Чайку заварить, конфеточки похавать. Посуда не помыта. Окей, я же посмотрел. Чё надо? Задание номер один. Расправь диван, помой посуду, прибери в большой комнате, прибери на кухне, вынеси мусор. Нифига задача. Эй, ты кто? Ты куда убежал? Расправь диван и кресло в зале. Уже тут сидит. Мама всегда мечтала преподавать музыку, но моя бабушка заставила ее пойти в медицинский. Папа купил ей пианино на день рождения. Моя мама была счастлива. Она не смогла продать ее вместе с квартирой. А, короче, это откуда они уезжают, да? А кто стучал? Чего? Помыть посуду. Ты кто? Давайте помоем посуду, может. Ни хрена себе, это что? Итак, я стою здесь на несколько ночей, записывая репортаж. Это... У меня видеокамера, спальный мешок, рюкзак с вещами и едой. Короче, мы блогер. Текст на 2 секунды, как ты можешь читать его 8 лет? Я хочу тебе ударить. Приберись в большой комнате. Ух, ё-май, ну-ка иди сюда. Ух-ух-ух-ух. Что не так с этим рубильником? Пойду включу. Ой! Ты кто? Ой, тебе одну мурашки аж по коже пошли. Включи свет в коридоре. Ой, ё-моё! Нормальный такой скример. Но у меня по Outlast, по-моему, то же самое было чуть. Я как будто как на тренировке потеть начинал. Так, приберись в большой комнате. Это какая у нас? В зале, наверное. Вот тут же. Так, веник. Окей. Ну, то, что веник нужно, я уже понял. Так, давайте подметаем, подметаем. Опять эта фигня стоит. Да иди ты сюда, что ты? А, ё-моё. Сюрприз такой, да, небольшой? Так, у нас тут все разбросано. Все прибрали, все почистили.
Осталось выбросить мусор. Ну и может эту куклу сразу выкину, а? А, вот, ты как раз тут, братишка. Пойдем, пакет залезай. О, кстати, он реально... Окей. Загрузочка пошла. Окей. Ну так нормально, за минут 5 управились. Не такой уж проблемный был домик. Все прибраться. Чтоб продавалось хорошо, да, или уже ее продали, непонятно. Чуть-чуть запутался, может быть. Окей, погнали на улицу. Будет ли тут что? Так, мусорку вижу. Дождь пока так и не идет. А, отсюда. А, shift есть, да? Можно побыстрее бежать. Окей. Давай, отдыхай тут. И не шали больше так. Больше такие вещи не делай. Вроде соседей много. Здравствуйте. Добрый день. Или добрый вечер. А вы куда смотрите? А, просто прямо смотрите. Было бы... пожестче, если бы наблюдал бы. Так, первый. Ой, ё-моё! Ну-ка пойдем, ты кто? Ты кто такая? Извините, что мы тут. В гости же. Это жутко, черт, за что за глюки? Кто эта женщина? Что она? Кто тут дышит-то? Офигеть. Заколотили меня. Что нам делать? Эй, ты как тут оказался? На мусорке. Тебя вынесли уже давно мусор. Что за табличка? С Новым годом. Поиграй со мной. Ну, пойдем поиграем. Во что хочешь. Зарубиться. Так, давайте дверь закроем, чтобы никто не заходил больше. Так, иди домой. Так, пока. Может, соседей позвать, чтобы вместе зашли там, поиграли с ним. Чтобы ему веселее было. А наверху, кстати, что? А, наверх нельзя. Ну, я малой был, мог подняться наверх, просто посмотреть, как у каждого двери выглядит, но тут, походу, нельзя это делать. Ладно, пойдемте поиграем, раз он так хочет. Так, кто-то... Опять здесь. Мусор, тебя вынесли. Что ты тут сидишь? Дима, ты куда пропала? Ты часа 3 назад зашел к себе в подъезд, моя комната выходит во двор, я видел, как ты выносил мусор. 3 часа? Я в той квартире 3 часа записку ждал? Я зашел в подъезд, у нашей соседки на первом этаже была открыта дверь, я решил, что случилось, я решил проверить, но не думал, что прошло столько времени. О какой соседке ты говоришь? Она умерла прошлой зимой. Офигеть. Что? Ты уверена, что это она? Аня, а где ты нашла куклу гнома и зачем ты мне ее подарил? Дима, с тобой все в порядке? Я не дарил тебе никакого гнома. Ну как? Ты оставил коробку с ним у двери и рисунок. Дима, тут кто-то есть. Это что такое? Нет. Аня, что происходит? Что ты увидела? Ту-ту-ту-ту. Не понял. Не понял.
Убирайся из дома. Охренеть, это что за елка такая? Телефон не работает. Дайте позвонить. Звонок другу дайте сделать. Офигеть, он весь в крови, какой-то отмор. Так, что это у нас тут? Сколько ножей я спрятал в шкаф в третьем шкафу на кухне? Сколько ножей в третьем шкафу на кухне? Раз, два, три. А почему? А, вот первый, вот второй, вот третий, да? Сколько ты тут ножей спрятал? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ты спрятал 6 ножей. И куда тебе это ответить? 6, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, да. 6 ножей. Время. Ближе к часу ночи уже. А тут что написано? Сосчитай до 5 и иди налево. Раз, два, три, четыре, пять. И налево. О! Здорово. А ты уже здесь, да? Охренеть ты мерзкий, конечно, гном. Я уже здесь нет. Так, а куда нам идти-то? Ой-ой-ой, это что такое? Это краска? Чисто. Так, это сидит там. За ним тоже надо следить. Лишь бы сидела дальше. В окошко нельзя посмотреть? Почему заколочено так? Зима, типа, холодно. Или что, сентябрь? Или сентябрь же все холодновато? Так. Тут кот. Чисто рандом. Так, окей. Ну, по-моему, это связано. А что тут? Ах ты. Найди две. А, две. Четыре елочные игрушки, когда пройдешь через люк. Найди четыре. Цифра тоже отмечена. А как через люк-то пройти? Куда ты убежал? Ты куда делся? Ты дверь не открыл? А зачем там люк вообще находится? Так, давайте вот это первое, да? Первое, что я увидел. Это троечка была. Дальше он сказал... Сосчитай до 5 и иди налево. Либо же еще есть эти ножи. Либо 3, 6, 5. Либо 3, 5, 6. 3, 5, 6. И в конце было 4. Ну, пойдемте попробуем. 3, 5, 6, 4. А если наоборот? 3, 6 ножей. Потом пятерка и 4 игрушки. О! Так. Заходим. Что не пускает? Так. Это тут. Йо! Кто бы мог подумать, что если ты ручкой нажимаешь, то ничего не произойдет. Ну, конечно. Так, ждем еще один скример. Сюда пока не заходи. Забыл тебя спросить, понял, да? Так, а вот одну мы нашли. А почему в квартире нельзя бегать? По улице можно было. Офигеть, тут все в крови. Так, тут есть игрушки?
тут витаминчики, диски, кассеты. Это что такое лежит? Непонятно. Так, это не то. Это что за фигня? Тут ничего нет. Розетка вообще не работает, свет не включается. Где-то я видел ломик у папы. Найди лом. Не понял. Ты где бегаешь? Маленький черт. Ладно, инструменты вот они. Вот это нет, не то, не то. Перчатки. Тут точно ничего нет. Сюда может даже, может висит где-то. Сюда не надо заходить. Уф, я думал, кто стоит опять. Давайте по порядку идти вот так, так сказать, обрезая все траектории, где мы были, где не были. Это не то. Ножик просто. Шкафы никакие не открываются. Это витрина тоже. Что-то скрипит там все. Ой, это что было? А, дверь. Нет, тут тоже ничего. Тут тоже. Тут, может, где-то за диваном. Тараканы, ё-моё. Откуда у вас тут столько? Веревка. Веревка. Тут нету ничего. Тут тоже. Найди лом. Окей, сейчас найдем. Так. Где же нам его искать? Наверху тоже нигде не торчит. Может, под диван? Под креслом? Под ковром, не? Да блин! Как же его-то найти? Не, ну, я думаю, где-то нелогичные. Если вот здесь нету, да, то он явно где-то нелогичном месте должен быть. Это что? Тут нет? Тут нет. Не, на балконе вот точно все посмотрели. Вот балкон можно прям не чекать. Вот здесь. Пролезть тоже никак, да? Тут же можно, не? Тут же можно залезть. О, это что? А, это... Мы не сможем взять, даже если сейчас. Нам надо вот эти доски сломать. Даже если это какой-то инструмент, который нам нужен. Так, тут ничего... Вот это мешает, свечка. Почему ее нельзя пройти? Вот это страшная какая-то. Как будто это не... Что-то мне показалось, как будто моргнул. Как будто это далеко не елочка. Нифига. Найди лом. Здесь тоже нет. Так, а где он может... Тут может полотенчик уберите. Открой. Шкафы не трогаются, ничего не трогается. Тут тоже ничего.
А, вот цепочка, скорее всего. Вон та хрень, это кусачки. Да я же все осмотрел. Может, с подарка? Нет? Балконе точно нет. На балконе нет. Шкафы не открываются. Подарки не открываются. Вот здесь вообще на фигню какую-то похоже. Какие-то странные очень подарочки. Дверь открывается. Единственное, что есть из анимации. Тут ничего не берется, не кликается. Тут с этим нет. Давайте так просто медленно походим везде. Вот тут нет. Вот креслом тоже нет. Свет не включается. Может, в темноте увидим? Да нет, не логично. В темноте хуже видно. Подарков тут точно нету. Ковер точно нет. А это что за хрень? Он показался. Тут тоже ничего нет. Ну как? Где? На полу тоже ничего нет. А я что-то... Это просто грязь. За телеком тоже. Блин. Найти лом. Что же я в моменте упустил-то? Где? Где я этот лом мог не развидеть? Он только в этой комнате может быть, скорее всего, потому что на балконе его явно нет. Тут ничего. Тут ничего. На кресле тоже. Оно не двигается. Дверь не открывается. Подарков тут нету. На диване. Точнее, на кресле. Ничего не лежит. Между ними тоже. На диване ничего, какой, кроме какой-то фигни. Все. А где? Тут что ли? Ой, что-то видел? А, нет, это дверь была. Да. Вот это не лом, это ножик. Вот это ножницы. Мы нашли все, что угодно. Но не то, что нам нужно. Вот это никак не двигается. Подарки тоже не трогаются. Никак. Может, какая-то подсказка, записка, что-нибудь должна быть, нет? Давайте проверим. Но нигде нету активности, ни на что. Вот это я читал. Больше записок никаких нигде не видел. Нигде не было.
Так, могилу. Думай, думай. Ковальский анализ включаем. Не, нету других предметов, да? Только фонарик и все. А, это нифига, это Vision. Special Vision. А откуда эта кнопка у меня взялась? Так, тут ничего. Тут тоже. Что мы Special... А! Стоп. Может вот здесь? Special Vision включаем. Может здесь Special Vision включаем? Нифига. Так-то. Звездочка, елочка. Я не знал, что тут щуриться можно. О! Это мне Special Vision помог, когда он появился или что? Или я просто не видел? Я же вот эти... Видел таблички. Это кто жрет? Это кто жрет там? Кто решил покушать, ё-моё? Нифига там трапеза наггинса, что ли? Спришки? Ой! А вот и наш. Ах ты! Не зря реально казал, что вот за креслом сидит. Так, окей. Открываем. Фух! Он спрятал игрушки для рождественской елки. Тебе нужен болторез? Я спрятал его в шкаф. Да чё ты все бегаешь-то? Так, полотенчики убираем. О, спасибо. Ну, это было несложно. Ё-моё! Так. Нет, не я, народ. Я, конечно, чуть испугался, но... Не настолько. Ку-ку. Я думал, в окно постучали, блин. Охренеть звук был. А, это купаются, я понял, это не... Так, стоп. Где ты? Где ты, маленький? Черт. О, игрушка. Звук вот этого стука, это офигеть было. Я думал, сюда пришли уже за мной. Ну, этот скримчик уже не очень страшный был, конечно. Так. Убраться с квартиры мы не можем. Нам нужно найти еще сколько... Сколько нам еще игрушек надо? Я уже запутался. Тут не открывайся. Может, и с той стороны можно. Так, тут мы взяли. То, то что было? Какая-то хрень была. Так, с квартиры мы убраться не можем. Так, тут все закрыто.
Вот тут же была. Ее не надо? Непонятно было, куда идти после ванны. Туалетик, может? О! За кем-то смыли. Ативка по Какона. Ну, чуть-чуть было, да. Ту елочку можешь забрать? А стойте, я ж скрим словил. А толку? Для чего я это сделал? Чтобы что? Чтобы просто наложить кирпичей? Тут нельзя елочку. Так. А уже 29-е. Нифига месяц пролетел. Так. Что нам теперь надо сделать? Few moments later. Короче, народ, лазя еще минут где-то 7, проходя через комнату, я увидел, что у меня рука засветилась, и это была конфетка. Блин. Долбанная конфетка. Окей, а где еще одна? Это же у нас одна ванна, одну мы нашли. Это было... О, нифига. Пойдем. Офигеть. Ждем скримера. Давай. Не? Ну... А, во. Наряди рождественскую елку. Вот эту? Нет, не эту. Так. Ух! Приветики! Так, ты где? Ты где? Ух, ё! Так и давал. Но это было читаемо, вот некоторые... были по жесть. Так. Ёлка, вот он. А, вот ты здесь, да? Проснись! Чё ты вот ходишь там стучишь, блядь? Ты в курсе, что у меня болторез есть? Я тебе сейчас всю стучалку твою отрежу, нахуй нечем стучать будет, понял? Ну, максимум, кого здесь можно бояться, это, по идее, старый ебанутый маньяк, который до сих пор жив. Но если он до сих пор жив, почему он до сих пор Яшу не зарезал? Купленного плея. У Яши же там, типа, это надо всем. Тип-тип. Он же, наверное, должен за ним охотиться, как-то так. Так, а зачем я взял болторез, здесь больше не было записи? Все так, реально, но я никак не мог повлиять на происходящее. Походу, он спал, да? Так, я не понимаю. Эта квартира сводит меня с ума. И гном сидит, купленного. Стандартная скрэм, а стандартная я видел такую рожу. Кукла, она еще здесь. Видел такую, здравствуйте, да. Мне нужно позвонить Ане. Ух, я... Все? Да, короче, но в целом, не прям, конечно, супер страшно было, но класс там куда больше в напряжении держит, что за тобой постоянно бегут, несутся, но в целом было прикольно.
Ладно, если, народ, вам понравился этот ролик, то обязательно закидывайте лайк, и мы еще замутим какое-нибудь продолжение. Надеюсь, оно будет более удачным. Ну, хотя, в целом, не так уж плохо, просто эту куклу, да, куклу, эту игрушечку не мог найти никак. Ну и записка тоже чуть долгое время потерял много. А так, в целом, было круто. Так что, с вами был МО, всем удачи и всем пока.